У руководителя региона теперь 3 новых заместителя. С ними он уже познакомил свою команду. Я собрал вас, чтобы объявить о своих новых кадровых решениях. И хочу представить вам коллег, которые с этого момента будут работать в нашей команде. Итак, развитие сельскохозяйственного комплекса в крае будет курировать Коробко Андрей Николаевич. Промышленный блок, коммунальное хозяйство и транспорт будет находиться в зоне ответственности Алтухова Сергея Викторовича. Социальную сферу и СМИ будет курировать Минькова Анна Алексеевна. Прошу вас, коллеги, оказывать им всестороннюю поддержку. Андрей Коробко будет курировать сельское хозяйство. Он уроженец Динского района. С 2007 года возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство. Ему 33 года. Сергей Алтухов, назначенный ответственным за вопросы топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и транспорта, работал в компаниях Microsoft и SAP. Там он отвечал за развитие бизнеса с крупнейшими корпоративными клиентами. Родился в городе Орел. Ему 33 года. Анна Минькова возглавила социальный блок края, а также будет курировать средства массовой информации. В администрации края она человек не новый. В 2004 году Минькова была советником губернатора края. С марта 2011 возглавляла управление информационной политики администрации края. С июля 2014 года по сегодняшний день работала директором телерадиокомпании НТК. Анне Миньковой 37 лет. Также по решению Кондратьева в администрации края создано новое контрольное управление. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Кубани сообщил на заседании Совета безопасности. Это управление будет подчиняться лично главе региона. Все поручения, которые дает как губернатор в первую очередь, так и совместное с вами решение должны контролироваться. Контролироваться исполнение и срок. Иначе грош цена всем нашим действиям, если они будут спускаться просто вниз и там тихо сниматься с контроля. Вот этого больше не будет. Важно, чтобы контрольное управление занималось контролем за исполнением моих поручений, сроков, а также анализом той информации, которую дают муниципальные образования для исполняющего обязанности губернатора Краснодарского края.